Обе Таучиха самый лучший и самый прописанный персонаж из аниме Наруто. Не веришь? Смотри видео. Появления Обита. Затем сразу между частями 1 и 2 у нас есть Какаши Гайден, который впервые рассказывает характер Обита и показывает его роль в формировании жизни Какаши. Характер Обита был с начала до конца сформирован на неравности и на своих товарищах. Он не только поклялся раздавить шиноби, который отделился от его догмы, но и смог собрать решимость убить кого-то, чтобы защитить Какаши. На данный момент, конечно же, важно коснуться любви Обита к Рин. Обита был добрым учихой с большими амбициями стать Хокаге и положить конец войне. Но среди престижного клана Учиха он был размыт, разочарование. Долгое время его единственной реальной поддержкой была Рин, поэтому он к ней привязался. Однако настаивание Обита на спасение Рин было не только из-за его чувств к ней. Сыграла роль, что она была его и товарищем, как и Какаши. Тем не менее, сыграли большую роль. Он был, конечно же, разбит валунами, но сформировал связь и доверил свой глаз Какаши. Сказал, что они увидят будущее вместе. Несмотря на то, что он совершил взрослый поступок, в душе он был ребенком. И сказал Какаши защищать Рин любой ценой. Теперь очень важно отметить последние мысли. Его отчаянное желание выжить, чтобы он мог проводить больше времени с людьми, которых он ценит. Что станет его главным драйвом при реабилитации. В незнакомом месте, в незнакомых обстоятельствах, его жизнь просто разваливалась на его глазах. Его медленный ответ отвергнуть все, что он видит. Напротив, Мадара медленно, но верно потерял надежду с течением времени. Он принял то, чем был мир. Обита не смог. Человек, которого он любил больше всего, был убит его лучшим другом, но все его усилия оказались бесполезными. В отличие от Наруто, Обита был один, и люди, которые у него были, ну понятно, что с ними произошло, поэтому он начал действовать в тени. С этого момента Обита становится оторванным от реальности. Общая личность Обита с этого момента постепенно становится более отстраненной и деформированной. Он все же еще зациклен и ценит товарищество, но уже не так, как раньше. Теперь это более эгоистичный, он ценит лояльность, и если это лояльность к нему. Однако при двойном пересечении он будет беспощадным, однако семена для этого были посажены раньше. И это важное отклонение от Мадары, который на самом деле не заботится о лояльности своих товарищей. Как видно, он не дает никакого ответа, узнав о предательстве Нагаты, и не заботится о том, чтобы у Обита были свои собственные планы. Обита также стал обманутым этим моментом, предпочитая считать реальный мир и его жителей подделкой, а реальностью Цикуйоми.
И, соответственно, плану лунного глаза Обита считает лекарством. Дело в том, что хотя Обита изначально сделал дезерт из-за шока, травмы и отчаяния, вызванной смертью Рин, у него не было закрепленного взгляда на мир. По мере он делал шаги по завершению своего плана, что только усугубляло все.